Da. Da. Ну, можно, можно. З агрегатом то это. З агрегатом то це вроде фігура. Що з агрегатом? Ну да, ти можеш нічого не вийти. Ні, ну так, да, скажи, що тобі треба, то може мати лише результат, так.
Ты как раз вовремя. Практически уже договорилась. Сейчас уже еще 2-3 минутки и будем смотреть, что внутри. У меня там... Да, не, вообще, он где-то сходил целый. Где он? 8 минут. Вот ящик. Не, вот, Волраван. Сколько должно? Пока не перестанет зеленым мигать. По идее, сейчас где-то уже конец должен быть. Ну, они остались эти вот еще с прошлого объекта лишние. Тут тоже ж ни одна не пошла. Ну, просто надо же проверить, я же отдаю этот сварочный аппарат. Может, проблема с этим аппаратом, что у нас уже предыдущая муфта также плохо могла завариться. Да ну что ж я тебе показываю. Там по сути конец уже, наклейки черные стали. Сколько ты часу даешь? Оно само автоматически. Оно по сопротивлению определяет соединение. Незалежный диаметр? А-а. То есть он варит, по-моему, до 400-ки. Именно вот эти вот, ну, вот эти сварочные аппараты. Ну и оно само определяет, сколько ему нужно. И на ленточке то же самое определяет, сколько нужно. Так, ну левый у нас уже готов. Сейчас еще дождемся правого. Правый еще доваривает что-то. Хотя левый был включен и позже. Интересно, а что так? Ты же тоже должен был вырубиться. Все, конец. Практически на минуту дольше. И теперь заглянем внутрь. Что у нас получилось? Вот тут дефектов. Дефектов никаких с этой стороны. Давай подсвети внутрь. Это тут вроде должна быть подсветка. Давай подсвети. Вот. В принципе, дефекты небольшие есть, но не критичные. Ну, давай в соседний глянем. Тут дефектов вообще никаких нет. Но в итоге меньше просто чуть-чуть. Из-за этого чуть больше. Горячая осталась.